Если я пытаюсь соединиться с товарищами, я уже формирую благодаря этому клей выше знания, потому что, по моему мнению, нет у меня связи со всеми, я не должен быть вообще связан ни с кем, я один. И все товарищи словно не существуют. А если я делаю связь между нами важнее, чем я сам, я уже нахожусь в состоянии выше своего знания, выше своего желания. И поэтому объединение между нами, хотя оно еще и не пришло на самом деле к отдаче, но оно уже находится в какой-то форме выше индивидуального эгоизма человека, и тогда в этой мере он удостаивается свечения свыше, воздействия света. То есть нет в нашем мире иного средства приблизиться к свету, сделать себя подобным ему, соответствующим ему, чтобы свет начал воздействовать на нас, иначе как с помощью того, что я объединяюсь с другими выше своего знания.